Ноч на 12 красавіка 95 года у будинку парламенту жорстка збілі депутатаў ад апазіцыйнай фракцыі БНФ «Адраджэння». Парламентары пратэставалі супраць прапанаванага Лукашэнкам першага ў Беларусі рэферэндуму, што дазваляў распускаць Верховны Савет. Той захоп заканадаўчай улады ў Беларусі шмат якія эксперты называюць пачаткам устанаўлення дыктатуры ў нашай краіне. Супрацьстаянне Александра Лукашэнкі і дэпутатаў Верховнага Савету пачалося неўзабаве пасля таго, як тады яшчэ законна абраны прэзідэнт задумаў правесці першы ў нашай краіне рэферэндум. На яго прапаноўвалася вынесці пытанні аб вяртанні савецкай сімволікі, наданні расейскай мове статусу дзяржаўнай і пачатку інтэграцыі з Расіяй. Таксама Лукашэнка хацеў займець права распускаць парламент. Каб гэты рэферэндум адбыўся, прэзідэнт павінен быў атрымаць ухвалу якраз ад дэпутатаў Верховнага Савету. Аднак парламентарыі ад апазіцыйнай фракцыі БНФ «Адраджэння» былі супраць і называлі рэферэндум наўпроставым парушэннем Канстытуцыі. 11 красавіка 1995 года 19 дэпутатаў ад апазіцыі абвесцілі галадаванне. Яны ўсталі са сваіх месцаў у авальнай зале Дому ўраду і селі перад прэзідыумам каля трыбуны. Там жа яны пастанавілі застацца і на наступную ноч. Аднак пасля паведамлення аб нібыта мініраванні будынку парламенту у авальную залу ўварваліся спецназаўцы і служба бяспекі прэзідэнта. Силовики жорстко сбили парламентариев и выкинули их с будинку. Сегодня в 3 часа ночи к нам, депутатам Верховного Совета оппозиции Народного фронта, было применено сила, дубинки. Ворвались 200 человек с автоматчиками и выдворили физически нас из зала. Мы требуем восстановления законности в Беларуси, потому что если сегодня ночью пролилась кровь депутатов, а есть очень сильно избитые люди, то мы боимся, чтобы завтра не пролилась кровь простых людей. Навошта Лукашэнка пайшоў тады на такія жорсткія дзеянні і парушэнне закону? Галадоўка не магла істотным чынам паўплываць на палітычны працэс, які адбываўся. Лагічна было ў той сітуацыі проста не заўважаць, што там адбывалася, і займацца іншымі пытаннямі і праблемамі. Аднак Лукашэнка зрэагаваў, і гэта было рэальна нечакана. Тады Лукашэнка ўпершыню, парушыўшы канстытуцыю, перамог сваіх апанентаў. 12 красавіка 1995 года было пачаткам усталявання дыктатуры ў нашай краіне. Сёння ён перамог рукамі гарылаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны за кіруе прэзідэнцкая хунта. А як кіруюць хунты, мы добра ведаем з недаўняга вопыту. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Зенон Пазняк, старшыня КХП БНФ і лідар руху «Вольная Беларусь» у нашай студыі. Спадар Зенон, вітаю вас у нашай студыі. Адразу хацеў бы запытацца, як узгадваеце ўвогуле тыя падзеі, ці была ўвогуле нейкая магчымасць запабегнуць, ці было зразумела, што Лукашэнка тады ні перад чым не спыніцца? Усё было зразумела. Усё было зразумела. Проста не на вышыні аказалася кіраўніцтва Верховнага Савета. Таму што тое, што здарылася ноччу з 11 на 12 красавіка. Гэта быў дзяржаўны пераварот з выкарыстаннем збройнай сілы. Гэта крымінал. І гэта даказана. Узбуджана крымінальная справа тут жа, у гэту ноч. І адбылося паседжанне прэзідыума Верховнага Савета па нашай ініцыятыве. І вырашана было падняць гэтае пытанне тут жа на сесіі, тут жа, і паставіць пытанне аб адхіленні Лукашэнкі ад улады. Прыпыніць не да ўлады, а тут фармулёўка была такая, прыпыніць паўнамоцтвы. Прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Так, прыпыніць, это ёсць у законе такое, прыпыніць прэзідэнцкія паўнамоцтвы і узбудзіць крымінальную справу. Вот што было вырашана на прэзідыуме.
Вельми резко выступали депутаты, такие был Савицкий, старшина комиссии по экологии. Вот, потому что, ну, факты были жахливые. А все депутаты вас подтримали тогда? Тут справа в том, что, ну, вся же наша позиция пришла, мы сразу ночью, когда нас сбили и выкинули, то мы сняли побои в лечкомиссии и пришли на президиум Верховного Совета и растлумачили. А частка депутатов поехала в прокуратуру ночью, там были дежурные прокуроры, и об этом всем так само поведомило. Тут же позвонили генеральному прокурору Шаладонову, и он возбудил криминальную справу тут же. И тут такое отрымалось, что покольки эта провокация рыхтовалась Лукашенко и его окружением, то они думали нас там, ну, подкинуть там шприцы, бутыльки там, все такое. Вот. Ну и сказать, что старая это схема. Вот экстремисты, так, старая схема. И возбудить криминальную справу. И когда позвонили Шаладонову в прокуратуру, дежурные прокуроры, и он возбудил справу, и он думал, что он по этому шляху ушел. А фактически справа была возбуждена супротив Лукашенко. По факту. И уже он побоялся тогда. И справа вот в чем, что, справа в том, что Верховный Совет в этот час заседал на Карла Маркса 38, это там, где теперь Лукашенко сидит. Ну и вот, мы пошли в дом Раду, у тем лику и старшня Верховного Совета Гриб, все депутаты, президиума, и когда подошли, то увидели, что он окружены милицией, внутренними войсками, и никого не пускают в Верховный Совет, у тем лику и Гриба, который является старшней Верховного Совета. Это нечто невероятное было, и пропускали по списках. Значит, это настолько робилось грубо, подло, по-хамску, что, ну, не знаю, тут только коту, напевно, было незразумело. Вот. Мы вошли силой, мы просто штурхали милицию, сказали, прежде дороги, кто вы такие? Мы депутаты. Вот. Вот такая справа. И когда подшел сессию Гриб, и он дрыжел, и он зрейфил, и ничего не зробив. А треба было починать менавіто з этого, что так, спадари депутаты, отбывалось такое ЧП, то и то, вставить на голосование, а припинение повномостного, возбуждение справы, все. Решил, что треба брать у свои руки, это ж криминал, что отбывалось. И он не здольный был на это. В политике так часто бывает. Вот такие чемберлены бывают часом причиной сусветной войны. Вот так отрымалось и тут. Он уже тогда, в 95-м году, после вот этого переворота, он уже не был бы при владе. Потому что это полный провал. Вести войско и сбить депутатов, и заниматься такой вот хлусней. Там же отрымалось что? Ну, Гриб там начал дрыжать, почали выступать депутаты, его там керовник Аховы, там такой цесовец был. И вот он выступает и каже, Лукашенко, что товарищи, они вот экстремисты, они, мне вот товарищ Тиховец позвонил и со слезами на глазах говорит, что они повымали ножи, повымали лезвия, говорят, подрезаем головы и кровью все зальем. Это вы можете теперь почитать это, это всерьез. И вы разумеете, и вот это люди слухают, я не знаю, чем они слухают, но, по-перше, это паранойя. Это же видовочно. По-другому, что это отбывается? Это же криминал, это же захоп влады. Что такое? Так а у белорусы самые не усведомляли тогда эту небезпеку? Вы знаете, что было тогда? Тогда вот такие люди, как Лукашенко, они выехали с поддержкой Москвы на хвале популизма. Вот, на хвале популизма, что он уничтожит коррупцию, он там притиснет Кебича, а Кебич не користался повагой. Вот, и на этой глебе люди думали, ну что, вот иди свой хлопец, вот звездки, и он тут наведет порядок, и все. И вся эта масса советских людей, саправда, его подтримливала. И вот первый год, другой год, да и позднее, что б он не робил, какую пакость он не казал, полная была подтримка с боку совка. Президенту мешают. Вот их был лозунг. Другий был лозунг «Все бы было хорошо, если бы не Поздняк».
Вот это вот они мантры этой полторали. В всех грехах яны и вельми долго вот. Это полторали. Зараз Лукашенко полетел, до речи, до Путина, размовлял про Украину и казал про то, у тым лику, что, мовлял, никто не хочет войны, все хочут, каб братний украинский народ жил у добрых стосунках с Россией, с Белоруссией. И каже, что ну я ж знову буду готовы, коли что, быть перемовником. Это знову, ну, такая... Традиционная уже хвороба Лукашенко хлусить. Но тут и он саправды не хочет войны. Нет, он рупор Путина. Путин залез в бету, что называется, не ведая, как где вылезти. Ему треба передышка, как собрать силы, там, мобилизацию провести, все. Это не значит, что он там мира захотел. Вот. А ну, как самому выступить? Вот он позвал своего халуя. Вот, и про Схалуя огучил то, что он хотел. Вот. А ты готов сказать, что хочешь. Вот то, что мы бачим. Вот. И, конечно, это недобро, потому что на Заходе так само есть силы, которые готовы вот таким чином сдать Украину, выратовавши Россию. Это довольно небезпечная зараз гульня идзе. Разом с тем, он казал про то, еще крышечку ранее, что Беларусь рыхтуется до войны, тих, это значит, что и белорусам треба рыхтоваться до войны, тих, это так само просто пужалки. Не, ну это серьезно воспринимать не можно. Какая война? На кого Беларусь будет нападать? Это абсолютное глупство. По-перше, армии нема, по-другое, некой подрыхтовки нема. Для того, как нападать, потом на во что это робить, на во что Лукашенко, это абсолютное глупство, але оно мае сенс пропагандистский. Головным ворогом и основным, и одиным ворогом Лукашенко есть белорусский народ. И вот это все, что он робит, взбуджаючи такую ну, психопатию, что тут война, на нас будут нападать, треба тут робить маневры, армии, войска, все тут. Это все дает ему возможность проводить репрессии, хапать людей, кидать у турмы, ну, тяжкое становище. А в выпадку некого обострения можно было бы увести военное, там, те надзвичайное становище, тогда и вогулю ни за что не отказывает, а можно расстреливать. Люди наши еще не разумеют этого, что это психопат, который смертным боем ненавидит белорусский народ. Но я же его ведаю. И он просто его ненавидит, его перетинает, его перекошивает, когда он говорит про этот народец, про этих свядомых. Вот. И в 20-м году он зрозумел, что народ больше его не подтримливает. И он ему помстит. И задача поставленная, Москва этим керует, они разбираются в этом. И он поставил задачу уничтожить миллион белорусов. И вот то, что я кажу, подумайте, ну и снова там поздняк мне что говорит. Это так. В этих паранойных мозгах ненавито так ходят эти думки. Он этим занимается сейчас. 35 тысяч у турмах. А кольки политичных, а кольки померло, а кольки забито. Вот недавно же, два дни тому, еще человека забили. Полковник. Так, вельми страшные новины. Разом с тем, не так давно вы досыть резко адрыгавали на слово Натальи Радиной про необходимость бомбить айчыны НПЗ. Гиены пропаганды, так вы назвали, власна, пропанову, якая прогучала от головной редакторки Харты. Чому с подразином? Ну, это жахливо. Это жахливо. Заклікаць бомбіць уласны народ, уласную краіну. За што? Ён жа не ўдзельнічае ў вайне. Вы што? Гэта будзе вайна, калі такое пачаць. Всё. І што тады будзе? Разумееце, гэта не палітыкі, гэта журналісты. Па-першае, яна журналістка. Што вы лезеце ў палітыку? Вы атрымліваеце сродкі ад еўразвязу, бюджэт. Вы ведаеце, якія правілы для журналістаў. Чем вы занимаетесь? Притом, хоть бы человек разумел, что он говорит. Это просто злочинная речь. Наша задача сейчас, белорусов, заховать нашу державу, заховать нашу экономику, заховать наш народ, заховать наши каштовности, не лезть в войну и допомогти Украине перемогти Мордора. Самое главное питание, как Украина перемогла, треба допомагать. Без этого ничего не будет. Никакие перемовы, никакие санкции, никакие там меньшие справы, они ничего не вырешат. Вырешается на фронте.
І ця можливість була і ще єсть. Україна повинна перемогти. Мордор повинен бути розбурений. От тоді буде і демократи, і свобода, і все. І свобода Білорусі. При гэтым Злучені Штати Америки і інші західні партнери поки затягують питання з допомогою з озброєнням для України. Спадар Зенон, на ваш погляд, у чим там головна проблема? Бо Америці, ну, зовсім не до України, хіба зараз свої внутрішні проблеми, вибори на носу у листопаді. Ну, уже нема розуміння. Ні, розуміння є, але пріоритети другі. Зараз вибори, а в Америці головне питання – це влада. Як є вибори у них, значить, це перше питання, яке вони вирішають. Все остальное – це потім. І тому люди, які здалеку, вони думають, що ну як же, то ж американці розуміють, треба виграти, треба все. Вони не розуміють, що для того, щоб виграти вибори, треба ну, маніпулювати виборщиками. І вони серйозно сприймають усе те, що говорить Трамп. А, допустим, коли б він став президентом, він би мог говорити зовсім другое. Ну, я трошки ведаю Трампа, так сказати, будучи в той час у Штатах, і коли він був Трамп, коли він був президентом. Ходили на якісь зустрічі так само? Ну, во всякому разі, по телебаченню я глядів, читав пресу, і я тоді говорив, що Трамп стане президентом. Тому що, ну, зрозуміло, яку він проводив пропаганду, хто його підтримає. Так і отрималося. Тепер тут проблема, ну, але розумієте, що є ну, українські політики, які вельми вірять декатори тому, що говорить Трамп. Не треба критикувати Трампа, а раптом він стане президентом. І що ви тоді будете говорити? Тому в політиці ви будьте осторожні, хай він говорить, що хоче, він хоче стати президентом. А от як він себе поведе потім, ніхто не ведає. А я ведаю, що Трамп достатково прагматичний чоловік. І в його склад розуму, він адміністратор, він може, він показав у час президентства, як він придушив це НАТО. Ну, слухайте, вони ж роззброїлися, нічого ж не владіли. А тепер винік. Трамп правильно робив. Ви що робите? От. Тому, коли Трамп стане президентом, чоловік, який нажив 9 мільярдів і 5 чи кілька разів тримав банкротство і знову випливав на поверхню, значить, його мозги є. Зінон Станіславович, наприкінці коротке неполітичне питання. Ось сьогодні вийшла мобільна гульня, яка натхнена вами, у якої треба шукати агентів. Чи ви підтримуєте вугілі такі? Чекайте, а що натхнена? Ну, одні з створальників цієї гульні заявили, що вони натхнілися вашою особою. Я не ведаю нічого. А що за гульня? Треба шукати агентів. Ну, хай шукають. Нема чим займатися. Не знаю, я нічого не можу сказати. Коли це робить якісь ну, агентура, якою, так, ну, нічого їх не тримається. А коли їм нема чим займатися, ну хай гуляють. Гульня, до речі, так і називається агентура, і вона акурат таки для, має такий забавляльчий характер для мобільних телефонів. Ви ведаєте, що іде гібридна війна, агентура зараз, і на Україні, во всім світі, в Європі, це основна агресивна сила, вона має велику моц. І вбавиться у всякі гульні, коли знищають народ, коли сидять політв'язні, усе, знаєте що, це інфантильно. Я думаю, треба думати про батьківщину, і коли є сила і в молодості, ожидання, йдіть у полк Каліновського, йдіть туди. І змагайтеся за Білорусі, за Україну. Зенон Станіславович, великий вам дякую за гэту розмову. Нагадаю, що Зенон Пазняк, відомий білоруський політик, старшиня КХП БНФ і рух «Вольна Білорусь» був у нашій студії.